Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю осьминожков из сосисок с макарошками. Детки будут в восторге. Присоединяйтесь! Сосиски нарезаем кружочками шириной 5 мм. Толще делать не надо, так как спагетти внутри не успеет провариться. Или сосиски придется варить дольше, но тогда они потеряют свой вкус. Теперь спагетти накалываем на каждый кусочек сосиски. Спагетти я также взяла тоненькие для того, чтобы они быстрее проварились. В каждую сосиску я кладу от 4 до 7 штучек. В кипящую подсоленную воду добавляем 1 столовую ложку растительного масла для того, чтобы спагетти при варке не слиплись. Кладем наших осьминожков. Варим согласно инструкции, которая указана на пачке с вашими макаронами. Я варю свои 3 минуты. Осьминожки из сосисок с макарошками готовы. Готовятся легко, просто и быстро. От своих детей я получила лайки. Вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Пишите комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!